Папочка, остановись, пожалуйста. Привет. Привет. Я больна, что с тобой? Почки не работают, мне нужны новые. Где вы их возьмете? Кто-то должен дать мне одно, иначе я так долго не протяну. У меня есть почки? Да, две. А что? Я могла бы отдать тебе одну из своих. Берегите себя. Я не хочу, чтобы ты говорила с ним, хорошо? Почему? Он может быть опасен. Я думаю, он милый, у него такие же татуировки, как у тебя. Татуировки не делают тебя хорошим или плохим. Иисус любит его. Почему мы не можем? Просто запомни. Хорошо, папочка. Привет, Эдгар. Вот ключи. Для чего это? Для твоих наручников? Иисус любит всех. Иисус дал тебе свою любовь. Я хочу дать тебе мою почку, чтобы ты мог быть со своей семьей.